Всем привет! С вами Информ ТВ. Стало известно, что Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради танцовщицы из своего балета. Подробнее дальше. Подписывайтесь на канал, комментируйте и ставьте лайки. Ходят слухи о том, что 70-летний Михаил Шуфутинский закрутил роман с 39-летней Светланой Уразовой. На днях СМИ сообщили, что артист решил привести себя в форму ради избранницы. Михаил Шуфутинский более 40 лет состоял в браке с Маргаритой Шуфутинской. Супруги были счастливы вместе, о чем певец не раз говорил в интервью. Но в 2015 году жена артиста скончалась. Михаил тяжело переживал потерю любимой, но недавно он нашел в себе силы жить дальше. По сообщениям СМИ, он встречается с танцовщицей из своего коллектива. Певец старше своей избранницы на 29 лет. Но разница в возрасте, похоже, никак не влияет на их отношения. СМИ сообщили, что ради возлюбленной Михаил решил похудеть и уже сбросил 30 килограммов благодаря диете и занятиям в бассейне. Шуфутинскому даже пришлось сменить гардероб. Вся одежда стала ему велика. Цитата. «Когда тебе уже за 30, ты должен понимать, что ты в рот кладешь», заявил артист. Михаил пока не торопится узаконить отношения со Светланой и вообще отказывается комментировать роман с ней. Но Нелли Кобзон сказала, что Шуфутинский вновь обрел счастье в личной жизни с Уразовой.